Анализ крови на наличие антител можно сдать в клинике уже сейчас, а с 21 февраля на госуслуги при положительном результате загрузится сертификат переболевшего с QR-кодом. С 21 числа всю эту ковидную историю вступили поправки. Теперь вы можете сдать кровь на антитела и получить сертификат переболевшего. А также этот сертификат поможет вам получить QR-код. Потому что, как известно, сейчас большинство заведений закрыты для посещений. Но вот этот QR-код даст вам возможность посещать магазины, рестораны, фитнес-клубы и все остальные заведения, которые работают по QR-кодам. Титр антител при этом указан в сертификате не будет, а это означает, что даже при маленьком показателе вы получите документ. Срок действия – полгода. Как разъясняет Министерство здравоохранения, то есть почему сокращен до 6 месяцев? Потому по одной простой причине. Сдавая кровь на антитела, мы получаем, да, что результат положительный, но это не дает нам понять, когда человек переболел. И для того, чтобы все-таки была ревакцинация либо вакцинация, сделали срок ограниченный – 6 месяцев. Этой новости ждали многие. Не все болеющие обращаются в поликлинику. Кто-то сдает тест ПЦР слишком поздно и даже при наличии характерных симптомов COVID получает отрицательный мазок. Для таких пациентов сертификат на основании анализа на антитела – настоящий выход. Чаще всего вот сталкиваются с чем пациенты, да, они переболели, они знают, что переболели, были характерные симптомы. Но по тем или иным обстоятельствам они не обращались в клинику, не сдавали мазок. Это дает возможность именно такой категории граждан получить данный сертификат. Чтобы сдать анализ, нужно просто прийти в клинику. В стенах семейной вы не встретите очередей, невнимательного или поверхностного отношения. Все организовано так, чтобы каждый обратившийся получил необходимую ему помощь в полном объеме и в комфортных условиях. Почему клиника семейная? Да, потому что мы лечим как и маленьких пациентов, так и взрослых пациентов. Да. У нас профессиональная команда врачей. Мы действительно пытаемся идти в ногу со временем. Сейчас очень активно мы развиваем направление флебологии, а именно лазерной флебологии. Когда пациент, обратившись с варикозной болезнью, может быть прооперирован через пару дней и на следующий день уже приступить к своей обычной работе, не теряя трудоспособность. Масштаб клиники впечатляет. 1800 квадратных метров, специалисты различных профилей. Ежедневно, в будни, в выходные может проводиться более 300 приемов. В клинике есть все, что на сегодняшний день может предложить современная наука, в том числе и касательно COVID-19.